Остров Обуда оживает лишь после захода солнца. Светомузыка, бешеные ритмы и тысячи танцующих европейцев. В Будапеште проходит фестиваль «Сигет». Среди приглашенных звезд – британцы Джеймс Блейк и Эдвард Ширан, американская инди-рок-группа The National и трижды лучший диджей мира Мартин Гаррикс. Большинство танцуют, конечно, у главной сцены. Но организаторы предусмотрели и множество музыкальных оазисов для тех, кто предпочитает мейнстриму, например, африканские мотивы или итальянский поп. А еще Сигет – это эко-семинары, уроки капоэйры, пляжи на берегу Дуная и аттракционы. Здесь так здорово, фейерверки, колесо обозрения, так здорово. Есть здесь и свое ежевечернее лазерное шоу в сопровождении барабанов. Любители техно не останутся в стороне. В этом году на фестиваль приехала легендарный Ричи Хоутин. Ну а тем, кто устал от громкой музыки, по душе придется таинственный лабиринт царя Миноса – Луминариум.